Странно, моя мама пишет мне уже не один раз, что а ты съезди к Ксюше, Ксении, там, встреться с ней, ты хочешь там встретиться. Мне до этого ничего не отвечал на это. Но сейчас я ответил, что да, ну да, хочу встретиться, но она-то хочет, вопрос. По-моему, это вот у нее как раз несоответствие, то есть витание в облаках, то есть несоответствие реальной ситуации, знания. Поэтому она думает, что я могу поехать к Ксюше, встретиться с ней, там все будет хорошо, что ли. Да никто меня не ждет, не хочет со мной встретиться никакая Ксюша. Может, у нее просто у мамы ностальгия. Что молодому человеку мешает познакомиться с девушкой в Москве? Что мешает? Может, вы скорее... Скорее бы я выбрал... Каким образом, что может способствовать этому? Очень мало чего. Но если не брать ту категорию девушек, которым нужно, чтобы у тебя машина была крутая, там и зарплата гигантская, то я не знаю. У меня просто вот. Ну, ты пишешь им, и они не хотят. Ну, допустим, я себе писал им. Я давно как-то, еще лет 10 назад, очень много пытался знакомиться в соцсетях. Ничего. Просто у меня не получается общий язык найти, наверное. А в Москве все курят, вот. Я не знаю, ну все, с кого, сколько видишь, вот. И ничего, и нормальные там работают при этом. Мало что способствует вообще познакомиться мне с девушками. Они, ну, у меня в Леонардо да Винчике, например, не получается, не получилось. Я пробовал, не получилось ни с одной. Ну и там даже была та, которая слушала тоже ему музыку. Она просто, ну, прекращает диалог. Я ничего такого не пишу там. Просто они прекращают диалог со мной и все. Я написал, а вот я ей написал, спросила, ты не знаешь, может в Москве где-нибудь еще проходят, ну, концерты небольшие там эмо музыки. И она ничего не ответила. Вот и все. Ну, это один из примеров. Я там что-то почему-то в Москве. Такое ощущение, как будто их мало в Леонардо да Винчике сидит. Там одни и те же попадаются. Я же ищу серьезные отношения. Я не знаю, почему не получается.
потому что я аутист. Я разговаривал с врачом, с психиатром, который здесь, в Москве, квалифицированный. Он сказал, что ну да, там. Я сказал ему, что ну, у них большой выбор общения, есть большой выбор парней среди, ну, общаться с кем. Много кто пишет, и, соответственно, я как бы совершенно не интересен им, как бы, по сравнению с другими. Вот так вот, я считаю.